После перехода на светодиодные лампы величина светоотдачи уже не измеряется в ваттах. В этом видеоролике мы расскажем о таких единицах измерения яркости, как люмен и кандела, и чем они отличаются от ватт. Раньше яркость лампы накаливания измерялась в ваттах. На самом деле значение в ваттах показывает, сколько лампа потребляет электроэнергии. Сейчас, поскольку светодиодная лампа потребляет гораздо меньше электроэнергии, а значит и меньше ватт, то значение в ваттах не дает четкого представления о яркости света. В связи с этим яркость теперь выражается в люменах. 60-ваттная лампочка накаливания, например, эквивалентна светодиодной лампе 806 люмен, которая потребляет всего 9,5 ватт. Когда мы говорим о точечных светильниках и об интенсивности света этих светильников, то важным показателем является кандела. Например, светодиодный точечный светильник 35 Вт галогенной лампы с углом луча 35 градусов имеет интенсивность света 850 кандела. А лампа с углом луча 50 градусов имеет интенсивность света, равную 420 кандела. Это означает, что чем шире угол луча, тем ниже интенсивность света. Величина кандела играет важную роль для точечных светильников, но не для классических или прямого освещения, поскольку распределение света зависит от ширины луча. И переходя на светодиодные лампы вербатим, мы можем экономить электроэнергию без потери яркости. Светодиодные лампы вербатим – технологии, которым доверяют.